Через несколько дней нас привели к присяге. Короче, служите. Талалаев раздал всем автоматы. А кому они не достались? Саперные лопатки. Читай, Беркут. Что наша жизнь? Игра. А самая азартная игра начинается тогда, когда на кону как минимум твое здоровье. А еще прикольнее, если жизнь. Можно давать в прикуп. Только армия способна раскрыть ваши внутренние резервы и превратить тухлых мечтателей в покорителей звездных меридианов и прочего межгалактического продукта. Вот взять меня. Кем я был, а кем я стал? Мягко говоря, всем. А почему? Да потому что я русский солдат. А русский солдат никогда не сдается. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна.